Это выездная торговля, и здесь можно купить любые приправы. Вот кури, перец острый, перец сладкий. Разные перчики здесь продаются. Чаи черный, зеленый. Для настроения. Вот разный цейлонский есть чай. Здесь куркума хорошая. Кури. Тоже перчик он разный. Разные приправы можно. Это выездная торговля. Можно здесь все приобрести. Сушеные. Это сладости. Орех разный сладкий с медом. И просто орех. Резкий орех и разные орешки. Вкусные очень вкусняшки здесь. И мед. Вот есть 15 евро баночка, 8 евро поменьше, сыры разные. Очень вкусные сыры, можно здесь дают попробовать даже, можно попробовать и выбрать какой-то, какой нравится. 5 евро кулечек. Очень все вкусное, стоит покупать здесь.